Всем привет! Мы группа Ранетки. Привет, я звезды. Сейчас мы летим на гастроли. В Самару. Великий город Самара. Между прочим, вторая моя родина. Я полдетства провела в Самаре. Между прочим, у нас рейс задерживается на 50 минут. Мы прилетим с Самары, даже не успеем заехать домой, сразу поедем на съемочную площадку. Единственное, что нас радует, то что вы проведете с нами целый день, ес звезды. Давайте передадим привет нашей Анночке, она себя плохо чувствует. Аня, мы с тобой. Сейчас, мы прилетим, поднимем ей настроение. Мы в Самаре. Есть проблемы с этим. Всем Самара, меня зовут Ирина Брякова. Интересно узнать, где можно успеть побывать в нашем городе. Здравствуйте. Ну, зимой того года мы приезжали сюда с концертом. Пришло довольно-таки много людей. У концерта прошел мура, нам очень понравилась самарская публика, которая дарила такие подарки нам. Мы дети, нам дарят игрушки, там цветочки, а тут нам стали по голову ставить на сцену, там бутылка коньяк, водка, шампанское. Это было смешно. Пока что мы не планируем снимать какие-то другие фильмы, поскольку все-таки приоритет для нас это музыка, и мы планируем объездить весь мир с гастролями.